Приветствую всех любителей World of Tanks. С вами человек, который сливает вот этот вот маус за 3 минуты. И мой ник в игре Юрде2332. Сегодня я попытаюсь, или может быть успешно сыграю, World of Tanks с рулем. Да-да, с рулем. Это стало возможно благодаря программе X-Padder, как-то так она называется. Там, значит, можно к любой игре присобачить любой геймпад, джойстик, там, не знаю, ну и руль, естественно. Так вот, памятуя о том, что в некоторых танках все же были рули, например, в Тигре, я решил его подключить как раз вот к игре, да и плюс снова ощущения там... возможности. Естественно, эта идея не одному мне в голову пришла, и я вот дал запрос в Google, и мне выдали вот как раз небольшое руководство по игре с рулем. Ну что ж, основные кнопки я настроил, но дабы совсем уж не сливаться, выберу какой-нибудь, не знаю, такой вот танк. Слабый танк такой, ну, легкий уровень, чтобы был, чтобы там совсем уж не подводить многоуважаемую команду. И дабы вас не обманывать, я сейчас в левом верхнем углу появится как бы мой, собственно, мои руки и мой руль. Чтобы действительно было видно, что я играю с рулем, а не просто там изображаю муки какие-то. Так вот, основные кнопки назначены. Я надеюсь, во время игры не передергивать на мышь, конечно. Я в самый низ попал. Ну что ж. Кстати, чувствительность очень тугая. Не знаю, я, наверное, забыл уменьшить до 240 градусов поворот. Ну да ладно. Ну-ка. А, уже... Ну можно пока вот кнопочками, если видите... Я вместо мышки управляю кнопками на руле. Очень, очень полезно, кстати. Но ведь в реальности тоже ведь башня не по одному мгновению мышки крутилась. Это получается более хардкорная такая версия. Вот, в бой. Что? Вот, нажимаю педаль. Педаль. Рулю-рулю. Рулю-рулю. К сожалению, эта программа не все кнопки поддерживает, что немножко огорчает меня, так как есть сбоку кнопки всякие там. Ну, мне нужна лично цель захвачена и отставить цель. Больше, наверное, ничего. Но реально получается тяжко как-то. Реально очень тяжко. Ну, в жизни ведь надо все попробовать, ну, кроме там... героина, там, не знаю, еще там метамфетамина и прочих. Хотя, если колоться под коленку, ну, хотя сейчас не об этом. Так вот, сложно, конечно, привыкнуть, но... Ну, вот так наводимся. А, блин, забыл. А, нет, не забыл. Только колесика здесь, естественно, нет, но... В реальности все же так сложно было, мы же... Ой, тут меня уже атакуют. Ну-ка, поворачивай свою башню туда. Давай-давай-давай. Ну-ка. Так, цель... Наводись, давай. Давай. Куда поехал? А кто там база-то, собственно, захват? Ну-ка, поехали назад. Давай, разворачивай, давай. Газу, полный ход. Я зажал вот газ. О, ну, кстати, наша... побеждает. Ну, здорово. Или не побеждают. Сложно понять, однако. О, нет, уже не побеждает. Ну, ничего. Ну, я хоть кого-нибудь должен здесь прибить. Давай. Поворачивайся. Так, наводись. Да, кстати... Ну-ка... Вот так вот. Кнопка это сигнал, я назначил на это. На
То есть кнопку выстрела, дальше на кнопку сигнал. Во, совсем уже запутался. Давай. Ты чё? Ты чё? У меня собьёт сейчас. Ну-ка. Да, чё-то я... Да что там, не видно. О, я попал, баба. Первый мой фраг на руле. Гриша 77. Ты был уничтожен с помощью руля. Тебе очень повезло. Так, назад. Разворачиваемся. Реально, можно чуть-чуть почувствовать, как управлять танком в реальности. Естественно, это нелегкая задача, и куча народу сидит там, сколько вот, там же Т-28, например, 8 человек, не, 6-6, точнее, в Маусе там вообще полна каемочка людей. Что, мы побеждаем. Практически, а, стоп, вот, удар. Не пробил. Ну, я же в самом низу, конечно. Так. Ай, уничтожили меня. Но там, я смотрю, кто-то на воина идет, так что нормально. Поехали дальше. Мы все равно победили. Я принес, помог, пассивную такую помощь оказал команде. А теперь попробуем на более быстрых машинах и где не надо особо стрелять. Это вот, вот этот вот леопард. У него пушка вот стала совсем уже никудышной. Она выстреливается за 2 секунды и раз, и потом остаешься просто перед врагом без патронов, без снарядов. Но у него хотя бы патроны, наверное. О, интересная карта. Так, немножко пока сброшу это. Эта камера пишет по 9 минут, и не видно, не будет дальше он записывать, он становится так. И снова можно, пока идет отсчет. Так, запуск, пошел запуск. Все видно, ну, передач тут нет, конечно, никаких, да и этот костыль вряд ли нужен. Зато можно его крутить по всей плоскости. Но тяжело, конечно. Ну, это такие... В поисках таких ощущений. Я-то в игру уже играю 3 года, и хочется чего-то разнообразить, геймплей, а то реально уже... Очень надоедает игра, если честно. Ну, тут стрелять не надо, только... Поворачивайся, и все. И все будет нормально. Вот. Руль приходится очень активно туда-сюда дрючить. Давай. О, ух. Так, можно подрифтовать даже, я, наверное. Эй, ребята, осторожней. Ну, давай. Оп. Немножко не слушается почему-то. Башню лучше по центру. Давай. Чё-то медленно. Ну, гористая местность, конечно. И я эту карту еще плохо знаю, конечно. Но это все глупые отмазки. Главное не свалиться. Ой, опять. Куда-то. Куда-то не туда поехал. Раз. Педаль тормоза нажимаешь и задний ход. Ну, естественно, благодаря той программе можно настроить по своему усмотрению любые кнопки там. И да. World of Tanks будет на Xbox 360. Ну, геймпад это почти что руль. Точнее, руль похож на геймпад. Там уже здесь столько же кнопок. Этих треугольнички, квадраты. И так что это... Эта тема не лишена какого-то смысла. Я не знаю, у меня раньше был первый Xbox. И я как-то помню, что вот шутеры там очень сложно наводить сюда-сюда кнопками. Точнее, стиком. Стик там был. Вот меня уж кто-то карает. Подожди, я видишь какую, я еле еду. А, все. Ну, здесь у меня было мало шансов. Ладно, следующий бой. Так что, будет, как его, будет на Xbox 360. И думаю... Совсем по-другому там будет геймплей и все такое. Еще даже на планшетах будет.
аналог World of Tanks, ну, точнее, от той же компании. Так называется по-другому. World of Tanks и что-то там еще. Так что, думаю, все это можем будет еще во все это поиграть по-разному. Так. Ну, здесь ясное дело, здесь надо на гору лететь. И все. Так, сброшу пока камеру. Раз. И снова запись. Пошла. Вот, пошла. Вот мои руки. А вот рулевое колесо. Так что сейчас тапку в пол и вперед. Давай, 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 поехала. А, давай, поехала, поехала. Поворачивай. Давай, поехала, поворачивай. Давай, давай, давай. Ну-ка, блин, башню лучше по центру оставить. Сейчас, 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 сейчас. Берем, 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 берем гору, берем, берем, берем. А чё так медленно? Что-то. Ее надо до 72 обычно разгонять. Что-то не так. Ну ладно. Нычку, нычку, в нычку скорее ныряем. В нычку ныряем. Тормозим. Тормозим. Давай, поворачиваем башню. По плоскостям. И ждем незадачливых игроков. Может даже. Так, карта одна. Ждем, ждем, ждем. А, там уже поехал. Ой, уже видит меня. Ну все, надо поближе к камешку. Так, разворачивайся, разворачивайся. Давай, давай, нет, назад. Разворачивайся назад, аккуратно. Давай, 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 о. Блин, нет, 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 не падай, не падай. Давай назад, назад. Назад, давай. Блин, я застрял. Не. Тогда вперед. Вперед, вперед, вперед. Вперед, вперед. Эх, держите меня, семеро. Ну ладно. Я, по крайней мере, попытался. Хотя, может, наши выиграют, судя по АПТшкам наверху. К сожалению, никаких модов у меня не стоит. И там типа линимеры всяких, поэтому не знаю, каковы наши шансы, но... Ну, арту я, конечно, не буду пробовать. Это, во-первых, невыгодно. Во-вторых, не все кнопки назначены. Так, что бы еще взять? Такого, чтобы не улететь в минус совсем. Ну, можно вот эту медленную. А, хотя у меня есть вот это. Да-да, это ТОК-2. И звездочка. Такая громадина вообще, я бы сказал. Ну что ж, ей некуда спешить, поэтому... Ну хотя на этом танке только получать боль и унижение. Но не подумайте, что я 500 рублей, сколько он там стоит, вкинул на него. Я его открыл за золото, который получил с карточек бонус-кодов всяких, которые там на мероприятиях Wargaming отдавали там за какие-то достижения. Поэтому он достался мне бесплатно. Так что, я думаю, у меня почему-то был интерес купить его, но... Может быть, как раз рули сыграет роль. Хотя у него быстро крутится башня. Так, отсчет, отсчет. Поехали. Поехали. Поворачивайся, сосиса. Да, поворачивайся скорее. Поворачивай, давай, давай. Вот. Кстати, хорошая бегает тут Е25. Вообще красавчик просто. Ну вот, 15 километров. Хотя, по-моему, не, по-моему, 15, он сам медленный. 20 это Маус катается. Ну, в принципе, ему по плоскостям не надо наводиться особо. Давай, 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 давай. Я уже особо не злюсь, когда
команды сливаются, уже не так обидно становится, оно стало просто все равно. Реально стало просто все равно. Конечно, особо стату стараюсь не сливать, там уже и так осталось 52-53%, то есть еще несколько поражений, и заветное число 53 у меня пропадет из статистики. Поэтому стараюсь добивать сейчас на низких уровнях. Иногда и на крупных уровнях тоже побеждают. Причем, что есть я в команде, что нет, никакой разницы. Здесь индивидуальная ответственность крайне низка. Все-таки еще с тобой команда 14 человек. И только, наверное, взводы из трех опытных игроков могут что-то влиять на бой. А уж уже даже из двух игроков ничего не могут сделать. Так. Что, надо за камешек прятаться. Кстати, несмотря на количество хп, ток очень хрупкий. Буквально простреливается везде. И урон повышенный идет у него. В него. От фугасов, от всех просто катастрофические последствия, если там попасть под раздачу. Я смотрю, Е25 сейчас нагибает. Это, наверное, предмет будет очередного нерфа. Хотя он премиумный. Блин, ну... Езжай быстрее, скотина толстая. Что так медленно? Я понимаю, тяжелый, но маус тяжелее, то быстрее. Так, цель. Ах, ну-ка, наводимся. Бах. Бах, не видно. А, вот. Ах, только захватил цель и все. Ну ладно, давай. Поехала дальше. Эта скотина толстая. Может быть, и у нее тоже руль был, наверное. Но в наших танках были только рычаги. Давай. Блин. Забываю то, что тормоз это еще и задний ход. Блин, я опять... Не знаю, ничего не решаю в этом бою. Хотя бы кого-нибудь поранить, там, не знаю. Огрызнуться на кого-то. Хотя вон там товарищи едут и подставляют свои бока. Ну-ка. Давай. Наводись. Так. Оп. Большая кнопка. Блин, жаль, нет приближения у меня. Хотя там и так большое расстояние. Ну, снарядов у меня полно. Хотя наша команда уже сливается. Счет 6-9 редко когда бывает обратим. Или нет? Ну, хотя бы кого-нибудь. А, блин, я же могу захватить цель. Но автоматически этот прицел ничего не дается, по сути. Ладно, поедем на захват, что-то я немножко. Хотя, что там захват? Там уже бьют наших. Наших бьют. А сейчас будут избивать меня, если я не добегу до речки и не скупаюсь. Давай. Понял. Давай, не пробил. Конечно, не пробил. У меня это тычков какая-то. Пушка. Не бейте меня. Ребята, не бейте. Я на руле, не бейте. Не бейте меня, пожалуйста. Я больше не возьму его в бой, обещаю, только не бейте. Нет, пожалуйста. Нет. Квас, иди. Попробую тебя замочить. Блин. На. О, давай. Заряжай. Один выстрел. Один выстрел всего. Один
выстрел нанес, и но только это вообще это полное извращенство, я бы сказал. Хорошо, я не за свои деньги купил. Да и нету практически его в этом, в рандоме. Так, ну что, две победы, две поражения. Что могу сказать? А, у меня же есть вот это вот маленький каратель. Попробуем его штурм предотвратить. Ну, как всегда, берешь какой-нибудь танчик такой маленький, плюгавенький, а выходит штурм и надо защищать. Хотя этот штурм можно отключить, но я его включил, чтобы хотя бы какое-нибудь разнообразие получить. Так вот, в каком танке надо давить педаль газа в пол. Давай, давай, поехал. Пока можно осмотреться. Принципе, много клавиш надо для управления. Что там подумаешь, в чат что ли писать кого-то там обзывать или подсказывать? Это никогда ничего не приводит. Я все никак не отключу этот общий чат. И да, кстати, у этой елки, ну кто не знает, конечно, пушка очень неудобно крутится, поэтому ей руль просто то, что доктор прописал. Ну-ка. Давай, давай, хотя бы по центру. Ножка дрифтанул я. Ну ладно. Используем ремкомплект. FPS что-то просел. Блин, ну что ж я. Наверное, на противотанковую САУ можно вот спокойно играть, но не знаю, я объект, мой объект 704 не буду подвергать такой муки, поэтому вот мелких танчиков можно погонять. Главное башню доводить скорее. Да, я уже потерял, я знаю, свалился. Как последний. Оу, давай. Лагает что-то. Ну да, фрапс оттормаживает. Ну да ладно. Поедем, не знаю. Поедем в ангар. Ну что ж. Ладно, думаю, пока на этом все. Благодарю всех за внимание. Смотрите другие мои ролики обязательно. И все будет хорошо. До новых встреч.